Ну что ж, давайте немножко тогда вернемся еще к крещению. 18 января, я знаю, строгий пост должны соблюдать верующие. Расскажите, пожалуйста, вообще, а может быть, люди не знают, что это такое, какую пищу можно принимать, потому что есть пост, когда нельзя вообще ничего есть, а есть пост, когда можно какую-то пищу принимать. Расскажите, пожалуйста, об этом. 18 января еще называется сочельник. Uh-huh. Это древнего слова славянского «сочево». Это или вареная пшеница с медом, или рис вареный тоже. Добавляют мед или какие-то фрукты в эту пищу. И когда же вкушается это сочево? По уставу вечером, после вечерней службы, то человек должен весь день пропаститься, ничего не пить натощак. В настоящее время, конечно же, не каждый может это пройти испытание. Поэтому насколько человек может воздержаться, пускай воздерживается от пищи. А так обычно служится служба утром, божественная литургия, и сразу за ней служится и вечерняя. Бывает. После этого идет тоже освящение воды. То есть уже после службы, после литургии с вечерней, скажем, 18 числа, 18 января, можете прийти домой и как бы вот подкрепиться сочево. Наверное, не каждый, конечно же, может это приготовить, что-то сделать. Как же быть? Тогда воздержание идет в первую очередь от пищи мясного происхождения, молочного, то есть животного происхождения, да, и растительного даже масла. Угу. Это называется строгий пост. Но опять же, каждый должен подходить с опытом своего здоровья. То есть пост – это не самоубийство. Пост должен тело только укреплять духовно. Если мы видим, что во время поста и нам начинает сердце биться как-то не очень, что не здоровится, нужно сесть и покушать, подкрепиться. Значит, мы не готовы как надо. Но пост, самое главное, это еще воздержание от чего-то. И вот как быть маленьким деткам, скажем, да, детям. Но я думаю, что от конфет можно отказаться, когда сладости, да? То есть для них вот будет такой вот пост. То есть каждый должен с умом, с разумом подходить. То есть нужно отказаться от того, что искушает, да? Например, те же самые конфеты, дети... Да. Пост – это еще отказ от каких-то развлечений, увеселений. Это время поста, это время для покаяния, обдумывания каких-то своей жизни, исправления. Время благодатное. И, конечно же, для взрослых, когда человек в силе, конечно, пост – самое главное, как нам предписывают став отказ от пищи животного происхождения. Строгий пост, даже растительного масла. Угу. Рыбы, естественно, тоже нельзя. Естественно, да, да. И... Конечно же, опять же, каждый должен подходить, но только много у нас людей больных и желудками. Да. И поэтому говорит, мне подходит, мы не можем, нужно молочное. Я говорю, смотрите сами. Угу. Конечно, человек должен не убивать себя, а наоборот укреплять. И поэтому мы должны подходить разумно, спрашивать благословения у священника, духовника, подойти и спросить, как нам быть, как нам пропаститься, если есть какие-то проблемы со здоровьем, чтобы священник, духовник благословил. Какие-то послабления. Как я сказал, человек болен или беременный, что, конечно, послабляется. Угу, конечно. Хорошо. А каким образом происходит празднование 19 января? Вот люди идут в церковь, идет литургия, да? Потом что? После литургии совершается великое освящение воды, или называется еще агиасма, такое греческое слово, святыня переводится как. И здесь есть традиция древнейшая, раньше была на Руси, выходили из храма крестным ходом на какой-нибудь водоем или источник, рядышком, если это было возле храма, и освящали там воду. Если это нет такой возможности, как бывает в городских храмах или в сельских, где нету поблизости какого водоема, какой-нибудь реки, озера, то тогда в храмах набирается вода, которая заранее приготавливается, и она освящается во время молебна, особого молебна, водосвятного. И потом эта вода раздается. Бывает так, что, как у меня это как-то было, я помню, пришел первый раз на приход, мы воду набрали, и она быстро закончилась. А был такой мороз сильный, и шланги все наши тоже перемерзли. Угу. Как быть? Я сказал людям, принесите свою воду, кто где может. Они набрали у себя дома воды, принесли, и я вот уже ходил и крапилом всю воду это благословлял. И эта вода вся уже крещенская, вся крещенская. И вообще на крещение освящается все водное естество. То есть даже можно дома взять воды с водопровода, вот открыть краник, открыть. Это тоже
будет уже вода святая. То есть это не миф, что в водопроводе течет вода крещенская. Все освещается, да. Все водное естество. Угу. Все водное естество освещается. Такая благодать. Именно на вот, именно православное крещение, конечно, не связано с какими-то, вот, что именно вот 19 января. Можно крещение праздновать и 15 февраля, угу, если церковь так изволит. И всегда это будет вода все равно освещаться. Это будет вся крещенская вода. Угу. То есть это связано именно с церковью, с православной церковью, с благодатью, которая нисходит от нашего Господа Иисуса Христа на всех людей и даже на воду. Угу. Вот по поводу еще освящения воды хотелось бы у вас поинтересоваться, вашего мнения. Ученые заинтересовались свойствами крещенской воды, освященной, и сделали вывод, что вода начинает обладать своими целебными свойствами не столько от того, что ее освещают серебряными крестами, а больше из-за энергетики. То есть всем известно, что вода впитывает в себя энергетику, да? Вот они провели исследование и выяснили, что колокольный звон, положительные эмоции людей, которые собираются на совместную молитву, заряжают целебными свойствами эту воду. То есть, по сути, не серебро творит чудеса, mm-hmm, а вот это вот всеобщее настроение, наверное, оно наделяет воду вот такой вот, изменяет ее структуру. Даже были фотографии, mm-hmm, где вода после освещения уже принимала очень, mm-hmm, правильную форму снежинки или цветка, mm-hmm, то есть там кто что увидит. Ну, есть разные, да, научные исследования. Но дело в том, что серебряных крестов, по крайней мере, во многих храмах уже давно нет. Кресты простые, бывают даже деревянные, освещают, угу, воду. И сколько там ионов серебра в этой, когда в прорубь окунают крест, да, сколько там? Ну вот, да, вода-то много. А в водопроводе, если мы возьмем, скажем, дома, какие там положительные эмоции где-то, ага, ощущается все водничество. Конечно же, задача ученых как-то приблизить то, что они видят, к пониманию. Какие-то теории создавать. Но самое главное – это вера. Если ученые, изучая свойства воды, приходят к вере, uh-huh, это прекрасно. Но всегда нужно знать то, что, конечно же, все освящается благодатью Божией. Конечно же, это невидимо, но мы это ощущаем. Uh-huh. Я не спорю, что есть, конечно же, когда собирается церковь вместе, освящает воду. Ведь Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Поэтому, естественно, Господь после нас, церкви. Поэтому, естественно, все освящается на в церкви. Один человек, как священник, не может без Божьей благодати. Даже священник не имеет права служить один литургию. Должен быть хоть один человек. То есть церковь — это собрание. Собрание, угу, верующих. Наше собрание. Поэтому, естественно, мы все верой, мы освящаем, исходит благодать, конечно же. Поэтому я не спорю, конечно же. Но следует учитывать все-таки самый интересный момент, что освящается именно все водное естество. Это водосвятный молебен, молебен на Богоявление. Но есть еще малое освящение воды. Тоже освящается, оно может в течение года освящаться в любое время священника. Да, можно, да, прийти в церковь, да, и набрать светить святой водички. Да, да. Но все-таки это отличается, крещенская вот, вода. Есть отличается. Какие-то особенные, да, свойства. Да, потому что вспоминается, как Господь сошел в струи Иордана, освятил все водное естество. Этим Он хочет привлечь, осветить и все, всю землю. Угу. То, что не справился первый Адам, то он должен был всю землю превратить в сад цветущий. Да? И мы, люди, мы видим, как мы не справляемся, мы губим экологию, землю. И вот Господь снова и вновь хочет нас призвать, чтобы мы спасали нашу землю, спасали нашу экологию. Что вода, да, это святыня, через которую Господь нам тоже подает свою благодать. Чтобы мы по-другому смотрели, не как потребители на окружающую природу, а в то же время как на то, что мы должны охранять, беречь и заботиться. К этому нас призывает Господь. Ну что ж, у нас остается совершенно немного времени, и я хотела бы попросить вас, по традиции мы просим наших гостей, обратиться к нашим зрителям с какими-то пожеланиями. Что бы вы пожелали нашим зрителям вот перед этим праздником? Конечно, я хотел пожелать всем зрителям, чтобы не унывали, не отчаивались. В жизни много бывает разных моментов. Мы всегда должны знать, что есть Господь, Бог. Бог, имя которому любовь, и что Он всех зовет, дает ко спасению. Где Бог, там радость. Где Бог, там счастье. И мы должны к этому стремиться. И с Божьей помощью в жизни все преодолевается. Поэтому в наступившем году и в преддверии праздника Богоявления, конечно, хочется пожелать, чтобы все мы открыли для себя Святую Троицу, веру, открыли надежду и, самое главное, любовь
Любовь, которая не исчезает с физической кончины человека. Любовь, которая сделает нас, как говорит Господь, воскрешение. Воскрешение начинается сейчас здесь на земле. И придет время, когда Господь воскресит всех людей, и наша любовь помогает нам не расставаться с любимыми, которые пришли в иной мир. Это единство, единство Церкви. Церкви как небесной, торжествующей, так и земной. Единство хранится навсегда. Поэтому будем мы едины. Не будем разочаровываться в жизни, а будем искать веру, которая укрепит нас, спасет нас, дарует нам силы жить, силу любви, которую мы должны тоже воспринять в себя как дар Божий и передать нашим семьям, детям и близким. Спаси Господи. Ну что ж, отец Виктор Мельников был сегодня в нашей студии. Говорили мы о празднике Крещения Господня. Желаю вам счастья, здоровья и удачи. Прощаюсь с вами совсем ненадолго, буквально на полчаса, после чего в эфир выйдет программа «Формула успеха». Оставайтесь с нами. Храни Господь.